Hey guys, читать и говорить – это круто, но еще надо уметь воспринимать речь на слух. Даже когда шотландцы с вами говорят, это всем тяжело, но все-таки надо. We're standing here down on the borders, we're just outside Melrose, which is a famous town. Поэтому сегодня я вам посоветую 7 крутых подкастов, чтобы потянуть свой English. Подкасты еще полезны в том, что можно узнать много про историю, искусство, науку и, ну, конечно, развлекаться можно. Если вы не слушаете подкасты, то самое время начать. С вами Дэнни и онлайн-школа английского языка Skyeng. Начинаем! С уровнем Upper Intermediate можно все подкасты из сегодняшней подборки слушать вообще без проблем. Новички могут не понять какие-то обороты или фразы, но это будет полезно в любом случае, потому что вы как-то погружаетесь в язык. И однажды вы перестанете переводить все в голове. Впрочем, это уже совсем другая история. Если у вас уровень London is the capital of Great Britain, то вам нужен сначала подкаст 6 Minute English от редакции BBC. Кроме обычных разговоров, ведущих на повседневные темы, есть еще 6 Minute Grammar и 6 Minute Vocabulary про грамматику и лексику. Они супер несложные. Послушайте, например, про Vampire Shopping. Это когда вы после длинного, долгого дня просто сидите и все подряд покупаете на AliExpress. А потом вы получаете посылку и вообще не можете поверить, что это не враги вам подкинули. Носки для взрослых в виде лапы животных унесены. Секс, собака, лошадь, зебра, тигр. Ну это что такое? Seriously? Давайте послушаем кусочек из подкаста. Shopping online. Ah, yes, much better. Sitting in front of the TV and browsing online is much easier. Well, that can be a problem. It's sometimes too easy, especially when we are tired and we sometimes make purchases we regret. That's what we'll be talking about in this program, an activity known as vampire shopping. Если и этот подкаст показался сейчас вам сложным, то вы явно еще не пользовались промокодом Америкашка. Напоминаю, что он вам даст плюс 2 урока при первой плате занятий в Skyeng. И первое пробное занятие вообще бесплатно. Поэтому приходите к нам, чтобы подтягивать уже свой английский. Иначе, ну, много интересного пройдет мимо вас. Если вы прям смелый, можно сразу себе подбирать носители языка, чтобы погружаться во всем. Так что без акваланга. Но я, конечно, надеюсь, что в любом случае вы про меня не забудете, даже если вы найдете другого любимого американского. А вообще-то я хочу сказать, что даже если у вас русскоязычный преподаватель тут, он не будет с вами разговаривать на родном языке. Почему? What's the point? Ссылка на первое занятие уже ждет вас в описании. Number two, you must remember this. После того, как вы уже потянете понимание речи на слух, можно спокойно перейти к тематическим подкастам. Например, историк кино Карина Лонгвард записывает классный подкаст You Must Remember This про золотой век Голливуда. Ну, вы же знаете все эти легенды. Грейс Келли, Джина Лалебриджида. Кто? И поэтому вы слушаете, иначе будете сидеть в темноте. Ты правильно ставил это слово сейчас? Прикольно. Ну ладно, а про Мэрилин Монро то вы все знаете, да? Послушаем отрывок. She was literally a woman who was confused about where she came from and had no permanent ties to anything. By the time she was getting real work in Hollywood, the past that she had assembled was a confusing collage of mother figures who mostly disappointed or betrayed her, and father figures who mostly were happy to sexualize her, but couldn't give her the permanent cocoon of love that she was looking for. Да, грустная история, но зато можно запомнить, что permanent ties — это прочная, устоявшаяся связь с чем-то. Например, многие думают, что у меня в Америке уже нет permanent ties, потому что я тут живу, и у меня карьера тут. Но permanent ties — это навсегда. И у меня семья дома, поэтому у меня есть permanent ties to my family in America. Вообще, подкаст очень простой в плане лексики, но еще Карина Лонгвард четко произносит каждое слово,
Поэтому слушать просто одно удовольствие, даже если вы ничего не понимаете. На всякий случай, если вдруг не знали, после пару выпусков узнаете, что такое movie star, playwright и director. А заодно вы получите кучу information о кино и услышите захватывающие истории про взлеты и падения звезд старого Голливуда. Даже если старые фильмы вас не интересуют, то точно неожиданные повороты в историях в создании их удивят. Например, про то, что происходило в Голливуде, когда убили Шэрон Тейт. Поэтому обязательно послушайте серию «Чарльз Мэнсонс Холливуд». Кстати, если вы помните выпуск про Тарантино, то вы наверняка помните, что он скоро выпустит фильм «Once Upon a Time in Hollywood», как раз где появляется кто? Шэрон Тейт. И сегодня много пальцем указываю. После такого экскурса в историю Голливуда, конечно, можно спокойно читать про Чернобыль или Мстители в Hollywood Reporter, поэтому скорее начинайте слушать. Еще он пригодится, конечно, если вы пока еще работаете в Макдональдсе рядом с голливудскими холмами, но вы говорите, что вы уже получили сценарий от Стивена Спилберга. Едем дальше. Актер и комик Джо Роган ведет суперпопулярный подкаст The Joe Rogan Experience. У него на Ютубе более 5 миллионов подписчиков, но вы, наверное, это уже знаете, потому что вы нам написали в комментариях, чтобы я рассказал о нем. Если вы не в курсе, то Джо обсуждает абсолютно любые темы с гостями. Политику, философию, искусство, юмор, хобби, ну и так далее. Например, вы знаете, почему Илон Маск решил строить свой скоростной тоннель в Лос-Анджелесе? Конечно, все дело в... Terrible. Так тяжело. Чтобы все знали. Переключиться с английского на русский, с русского на английский, с английского на English, and English and Russian — это просто делает что-то with your mind, что я не могу explain. Ну, конечно, все дело в terrible traffic. И, конечно, спускаться в городской метро в LA немного страшновато. Да, те, кто жалуются по поводу московского метро, просто ни разу не были в LA. But so far, I've lived in LA for 16 years, and the traffic has always been terrible. And so I don't see any other, like, ideas for improving the traffic. So in desperation, we're going to dig a tunnel, and maybe that tunnel will be successful, and maybe it won't. Если что, с тех пор Маск на самом деле построил тоннель. И не совсем ясно, кто им пользуется, но он еще устраивает гонки, чтобы доказать, что это на самом деле быстрее. Поэтому мы ждем, что будет дальше. Короче, если вы хотите научиться свободно болтать с иностранцами, то начинайте слушать его. Это, правда, очень разговорный язык. У Джо Рогана можно многому учиться в плане ведения беседы. Это не важно, к нему приходят, какие гости, то ли политик, то ли писатель. Он всегда находит общий язык. И это всегда видно, как в течение подкаста гости открываются. Отдельно я еще отмечу выпуск с писателем Чаком Палаником. Там он очень много шокирующих вещей рассказывает. Но я, конечно, не буду спойлерить, просто сами послушайте. А еще вы можете посмотреть наши с Таней видео, еще с Джорданом, где мы рассказываем о том, как говорить на английском, как начать разговор и как звучать убедительно. Вообще-то мы большие молодцы, потому что мы много рассказываем. Поэтому, если вы еще не смотрели, то shame on you. Посмотрите быстрее, потому что у нас в описании будут ссылки, и тут еще будет подсказка на лучшее видео. Мое, конечно же. И если вы интроверт и любите крутой storytelling, то, конечно, выбирайте лучше 99% Invisible. Number 4. 99% Invisible. Этот подкаст о том, что дизайн — это не только красиво расставить вещи, как у меня в кадре. По сути, дизайн всегда вокруг нас. Даже в колючей проволоке. Кстати, по-английски это будет barbed wire. Я не знал это слово на русском. У ведущего Романа Марса очень хорошее американское произношение. Конечно, не такое же, как у меня, но нормально. Советую выпуск о том, как skyscraper, небоскреб, в 80-х в Нью-Йорке из-за инженерной ошибки чуть не сдуло ветром. Обнаружилось все только благодаря студентке, которая написала про этот небоскреб диплом. Многие из вас могут похвастаться таким. То-то же. So I was 21 years old, and I was a senior at Princeton University, where I was studying architecture and urban planning. My thesis, I had selected the topic of the Citicorp Center in New York, which had only recently been completed and occupied. She reached out to LeMessurier's firm to get the calculations that they had run,
And then she tried to replicate the math herself, to do the work again from the start and see if she got the same answers as Lemessurier's engineers. В итоге все окончилось тем, что, и сейчас будет спойлер, поэтому если вы будете слушать, заткните уши. Тем, что им пришлось тайно ремонтировать небоскреб, и об этом все узнали только через 20 лет. Ну, вот такая история. И в этом подкасте еще подобных много. А еще можно запомнить еще одно значение глагола to run. Например, she reached out to Le Messurier's firm to get the calculations from the tests they had run. Это в этом плане значит, что типа она сообщила им, чтобы получить информацию о расчетах, которых они произвели. Поэтому to run может быть еще произвести. To run a test. To run calculations. И так далее. Так, дальше у нас подкаст TED Radio Hour. И это для тех, кто любит учиться. Вы все еще любите учиться, да? Иначе почему вы на нашем канале? Ну, объясните. Это дайджест самых интересных лекций с TED Talks. И я очень надеюсь, что они еще когда-нибудь меня позовут туда. В одном из последних выпусков можно послушать Грету Тунберг. Это девушка из Швеции, которая вместо уроков устраивала пикеты, чтобы привлечь внимание на тему global warming, глобального потепления. Она вдохновила на забастовки многих школьников, выступила в ООН и получила за это Nobel Peace Prize. Это я называю прогульщик от Бога. Да не, на самом деле она очень классная девушка и очень классно говорит, поэтому послушайте. Some people say that I should be in school instead. Some people say that I should study to become a climate scientist so that I can solve the climate crisis. But the climate crisis has already been solved. We already have all the facts and solutions. All we have to do is to wake up and change. And why should I be studying for a future that soon will be no more, when no one is doing anything whatsoever to save that future? Плюс этого подкаста в том, что он сопровождается видеозаписью, а еще иногда текстовой версией. Поэтому можно все сравнить и найти те слова, которые вы не поняли. И, конечно, записывать все и выучить. Так что особенно полезно будет тем, у кого, ну, как-то не очень с аудированием. Поэтому не сдавайтесь. Грета не сдается, и вы не сдавайтесь. Don't give up. Запомните, как это на английском. Number six. In our time. Если вы хотите привыкнуть к британскому произношению, то посмотрите побольше видео с нашим сэром Жора. Он, конечно, мне заплатил, чтобы я попиарил его выпуски. Прости, Джордан, ты не единственный. Если вы жить не можете без британского английского, хоть мне и это непонятно, то послушайте подкаст-версию BBC-шной передачи от великого радиоведущего Мелвина Брега «In Our Time». Каждый выпуск — это обсуждение одной темы с профессорами британских университетов. Тут и рассказ про Анну Ахматову, и рассуждение о политической философии. Так что выпуски найдутся на любой вкус и уровень английского. Вот, например, выпуск про древнегреческих муз. Been associated with creativity and inspiration for 3,000 years, even before the time of Homer, the Iliad, and the Odyssey. The poet Hesiod, writing around 700 BC, tells us that there were nine of them, that they were the daughters of Zeus and of memory, and that they were the ones who inspired him and gave him the right to compose his verse. Their names and numbers changed, but consistently the muses became a way to explore the relationship between the poet or creative imagination and inspiration. Думаю, музы и сейчас работают. Подозреваю, что они вдохновляют авторов моего любимейшего подкаста My Favorite Murder. Я расскажу о нем напоследок, а по поводу In Our Time это неплохой вариант, чтобы расширить свой кругозор и узнать очень много интересных фактов. Чтобы потом пересказывать всем своим друзьям и выглядеть в их глазах начитаннее. Пользуйтесь. Number 7. My Favorite Murder. Karen Kilgraff и Georgia Hardstark обсуждают между собой, как вы уже поняли, murders. И для меня это лично смешно, потому что ее зовут Karen Kilgraff. И они это делают настолько увлекательно, что аж мурашки по коже пробегают. Реально, это не хуже наилучшего сериала Netflix. Вот послушайте кусок из эпизода про каннибалов. The f***ing guy, Vincent Lee, holds out the decapitated head, and there's eyewitness statements that say that he looked completely calm, like nothing was happening, and held it out, and
This one guy said dropped it on the ground. Хотите узнать, что там дальше? Тогда подписывайтесь и станете как я, Murderinos. Это не ругательство, это так, что называют себя фанаты этого подкаста. Поэтому stay sexy and don't get murdered, как говорят мои любимые ведущие. И еще раз напоминайте, что если вам кажется, что вам сложно, то все равно не бросайте попыток. Потому что слушать носители языка — это очень важно. И чем больше вы это сделаете, то тем легче это все становится. Но, конечно, это еще недостаточно просто слушать. Еще в какой-то момент вам захочется заговорить. И этого тоже не стоит бояться. В этот момент я надеюсь, что вы помните, что вас ждет мой промокод и первые бесплатные занятия в Skyeng. Поэтому, если вам интересны какие-то другие подкасты или еще какие-то нетипичные темы, то напишите в комментариях или просто ставьте лайки. Все ссылки на сегодняшний подкаст мы оставим в описании. И вы, конечно, поделитесь своими любимыми подкастами, которых мы сегодня не обсудили. Вместе будем послушать. Have a good one. Нет, я так не делал, я это делал в начале. Так. С вами был Америкашка Дэнни и онлайн-школа английского языка Skyeng. Have a good one!